Всем привет, мои любимейшие подписчики! Сегодня я вещаю вам из города Сайгона. И сейчас я расскажу вам, что я здесь вообще делаю, как я тут очутился, вообще вся, какая тут есть предыстория этого. И, конечно, расскажу вам об очень главном принципе моей жизни. Как я обещал, сейчас буду рассказывать все 100-500 очень важных принципов. Погнали! Итак, что я здесь сегодня делаю? У меня сегодня закончилась виза, поэтому я здесь. Полетел я сюда не самолетом, а именно слипбасом. Кто не знает, слипбасы — это такие автобусы, которые могут ехать ночью, и вы там можете спать. И это очень классно, это очень аутентично. Вот сейчас я нахожусь на улице бэкпекеров, так называемая улица бэкпекеров. Она очень классная. Бэкпекеры — это, знаете, такие бородатые люди с большими рюкзаками, которые путешествуют по всему миру. И когда их просят написать в графе цель приезда, они задумываются, не зная, что здесь написать. Они просто путешествуют. Вся их жизнь — путешествие в какой-то степени. Я тоже немножко бэкпекер. И вот этот город Сайгон, он очень классный, он очень живой. И здесь очень чистый воздух, несмотря на вот такое вот движение. Воздух очень чистый. Как мне сказали, просто в топливо не добавляют присадки. И это очень здорово, потому что байков очень много, а воздух такой вот очень классный. Итак, у меня закончилась виза. Я сегодня сюда приехал в ночь на слипбасе. Он едет примерно 10 часов. То есть сначала ты доезжаешь до Сайгона, и потом из Сайгона еще 3 часа нужно ехать до границы с Камбоджей. Там все происходит. Сейчас у меня новая трехмесячная виза. Можете меня поздравить. Дальше будет видно, чем я буду заниматься. Но сегодня я все удачно получил. Правда, я вообще ни хрена не спал. Наверное, может быть, минут 5, потому что автобус постоянно пищит, да и вообще он грохочет, постоянно что-то происходит там, поэтому я ехал ночь сегодня, практически не спал, но мне очень понравилось. Сейчас я еду опять в Мичанг, вот 7 часов у меня опять ночной автобус, но здесь реально классно. Здесь только очень мест есть таких, которых нет нигде больше. И если вы будете в Вьетнаме, обязательно съездите в Сайгон. Сайгон мне нравится гораздо больше, чем Хо Ши Мин, потому что он более живой, более молодежный, более продвинутый город. Здесь много всяких разных магазинов. И вообще, чего здесь только нету. Вот такая вот предыстория, почему я сегодня здесь оказался. А сейчас я расскажу второй важный принцип моей жизни, который записан у меня в том самом списке самых главных принципов. Итак, что это за принцип? Принцип заключается в следующем. Как я понял, за вот примерно последние 4 года я проверил этот принцип. Он действительно так работает. Дело в следующем. Иногда вам непонятно, как решить данную задачу, как начать новое какое-то дело. И все, что вам нужно делать, оказывается, прекратить думать и просто сделать шаг вперед. Эта вселенная устроена таким образом, что когда вы делаете шаг вперед, это, знаете, как подсветка такая появляется, которая раньше в компьютерной игре играла, в стратегии. Сначала карта черная, когда ты делаешь шаг вперед, бац, и там цвет, и ты уже видишь, что там находится, ты уже видишь следующий шаг. Так же и сегодня. Я еще вот заметил, что за те годы, которые прошли, я очень много думал и очень мало делал. И вот сегодня у меня тоже в эту же тему такой стою и думаю, блин, а вот то-то, 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 а вот то-то, 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 а вот если то-то, а если то-то. А потом я просто начал, сделал шаг вперед, какое-то делал. И за соседним буквально поворотом в 20 метрах я увидел решение. Но если бы я не сделал шаг вперед, то продолжал думать, а вот если то-то, а вот если то-то. И вот у меня так часто, что я полжизни думаю. А оказывается, решение совсем простое. И подсветка вот эта начинает в вашей дороге происходить, когда вы делаете первый шаг. Поэтому, если что-то непонятно, перестаньте думать и начните делать. И увидите, что вот этот принцип работает в полной мере. Если вы хотите много-много-много интересных и полезных других принципов, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите новых интересных видео. С вами был сегодня совсем не выспавшийся из Сайгона Денис Терентьев. Счастливо и до скорого!